Катрены создатели. Печаль все равно существует. Это плач вашей совести. Человека совесть мучает, но это хорошая весть. Весть о том, что жив человек. Жив человек в человеке. Не напрасно прожит им век. Не напрасно он был на свете. Жизнь — это сложное испытание, проверка вековой мудрости, переход в материальное состояние, в состояние своей юности. Человек мудр, но на небе, не имеет опыта в материи. Жизнь формируется как быль, но уже другой категории. Как будто в бездну прыжок из света в глубины материи. У каждого человека свой срок, не предполагаются в духе потери. Глубина погружения, зависимость от задач и возможностей. Определяются они в глубине по видимости и от духовной мощности. Жизнь — естественное погружение. Никто никого не неволит. Возможно и головокружение. Возможно и проявление боли. Испытание — всегда трудность. Необходимо превозмочь страх. Впереди бесконечность. Возможен даже и мрак. Неизвестность всегда пугает, но нет неразрешимых задач. Неверие всех путает, испытание как круг неудач. Испытание всегда по силам, неудачи — отказ от веры. Создатель помогает смелым, вера — это помощи Бога мера. Человек в вере спасен будет. Человеку без веры плохо. В вере он ничего не забудет. Без веры жизнь его эхо. Результаты зависят от человека. Сроки тоже определяются им. Нужно помнить мои заветы и жить, конечно, по ним. Организм — образец совершенства для планетарных условий. Он меняется легко, совершенно, в соответствии с подобием. Человек или его организм — очень гибкая в мире суть. Откликается на каждый изм. Надо подсказать ему чуть. Организм в гармонии с миром, в отличие от сознания. Сознание часто проходит мимо. Смысл жизни не понимает. Иногда сознание путает. Теории пудрят мозги. Даже неправильно рассуждает. И не видит вокруг низги. Глаза боятся, но руки делают. Организм работает самостоятельно. Сознание все еще думает, а организм делает все старательно. Внутренняя память сильнее сознания. Гармония внутри, спасение. Для сознания нужны знания. Включение памяти — это явление. Люди планируют,
часто не зная, что знают это давно. Когда получается, не понимают, в чем же зарыто зерно. А зерно в самом человеке. Априори он часть Бога. Значит, творение в нем навеки. Сам себе удивлен в итоге. Удивление сродни неверию. Нет ничего случайного в мире. Жизнь — череда проявлений из тонкого мира, где вечно жили. Аминь. Отец Абсолют. Катрен от 13 декабря 2018 года. Жизнь — сложное испытание.